Готово. А знаете что? А что? Второй части не будет, потому что мы ее посмотрели, и ОБС послал нас нахуй при записи. Вот. Поэтому второй части fuck не будет. Fuck you, ОБС. Да. Fuck you. Fuck, I said fuck you. В прошлая серия понравилась нам меньше, чем первая. Да. Вот. Но все равно неплохая была. И мы о чем говорили в начале, это говорили о том, что комментарий нет. Да. Комментариев нет. Комментариев. Никаких. Я что-то очень часто... Одноклассник мой. Комментариев. Я очень часто стал нахуй посылать склонения и вообще разговаривать разучился. Это ж я на улице. Я у тебя русский язык отнимаю просто. Блин, точно, наверное. Мы так действуем. Так вот, нет... Мы выбираем себе русский и отнимаем у него его язык. Я забываю свои корни. Вот, комментариев нету, мы расстраиваемся, потому что просмотров набрало, мы попали в какие-то, возможно, рекомендации, что очень даже прикольно, если это так, но мы не уверены, но комментариев нету. Пишите, где вот. Вторая серия, все, быстро. Пишите все, да, где вторая серия, какие мы плохие или какие мы хорошие, как мы не шарим или как мы шарим, как мы чувствуем, возможно. Собственно, все, давайте смотреть, прикалываться, не знаю, развлекаться. Забудем про усталость. Новое музло какое-то. Вот, шеф. Ты че до сих пор в сержантских погонах ходишь, а? Че они, блядь, еще наоборот, да, там? Иди, чтоб лейтенантский отдел быстро. Ты же этот, проспорил же, шеф. С кем спорил? С этим, что ли, с амбалом, блядь? Нашел с кем спорить. Ты бы еще на жопу свою поспорил. Кстати, о жопе. Че мятый такой, как из жопы? Так я же на дежурстве. Вторые сутки в машине сплю. Ну что, оправдание, что ли? Все, иди. А где эти двое? Короче, беги. Куда заходите? Знаете, нет, клоуны. Садитесь. В общем, в городе новый наркотик появился. Блин, тема нездоровая какая-то. В общем, у него побочка тоже тема нездоровая. Да вообще наркота тема нездоровая. Там не делайте так. В обезьяннике наркошу взяли одного, сидит. Нездоровый. Спросите, узнайте, что, откуда, почем. Понятно? Хорошо. И это, еще раз опоздайте, да, пеняйте на себя. Слышал вот эту проблему со звуком? Вот он говорит без фонового шума, а этот человек, ну, этот коп ответил, типа, с шумом на заднем фоне. Нет, не слышал. А, я слышал. Потому что что? Да, правильно. Мастер. Понятно. Потому что заточен, слух уже заточен, ну, взгляд папа, уже видит все. Я повешусь, если у меня такой ребенок будет. Папа, блин. Ты че ржешь? Я шучу. Все, идите. Спасибо, мужики. И леди. О, господи. Здорово, отец. Ну, здорово, отец. О, рэпер. Че? Вот бигбокс, бигбокс. О, какая мадмуазель, запах Шанель. Дочь, ну, джудумба. О, Уотер Бергель, что хочешь, заказывай. Завязывай, пиво принесите. Ну, что там, рассказывай. Ты красавчик. А, Валя, брат. Что там, с утра кого привезли? Да, пацана поймали в клубе, спалился с таблетками на фейс-контроле.
А что за побочка, говорит, что это? Да, жопа же есть, братан, жопа. Ну. Там зуд у него, прикинь, жопа чешется, ходит. Братан, а там зуд у него. Посмотрите. Что, прям чешется жопа? Жестко прям ходит, чешется. Пойдем почешем, что? Блин. Соболезно. Дишка, а что он наручил? Да шустрый малый. Чуть с окна не спрыгнул. Наркоман, да? Да не, братан. Просто одну попробовал. Ради интереса чисто. Ой, братан. Ой, как больно. Наручники сними. Капец, жопа чешется, братан. Слушай, сюда. Давай рассказывай, где и что вообще и в общем. Я не делаю прогнозов, я не Ванга. Но здесь два человека уже банда. На словах ты прям жизнь кавабанга. Но на деле ты пушистая панда. Энди. Братан, ты можешь аккуратнее хавать? Все, сыпется же. Вчера только машину помыл. Хаваешь нормально что-то. Сейчас еще обшивочку сделаю, ходовочку сделаю и джемсом. Потерпи еще джема. Слышь? А. Что за тип? Подозрительно, да, себя ведет? Да, сука, походу закладчик, бля. Я просто педофил. Капец, да странно. Жопа чешется. Ты, а ты прикинь. Его жопа есть, у него там чешется. Бля, как же я сочувствую. А, вот девчонку, да, можно еще терпеть. Ох, блин. Что это такое? Где ты это вообще взял? Бля, прикольно, да? Наш коллеги. Блин, балдож, да, они все, конечно, без комплексов абсолютно такие. При людях просто стоят такие. По звуку часами. Урт, вот такие вот. Выполняют три задания, блядь, и быстро переводят перевод своими, близко, не близко к тексту. Мы что, блядь, через строчку... О, я знаю, это актриса. Это из этого, из Comedy Club. Опа. Была. Или нет, это которая мама этого. Как его? Коля. Не, мама Коляна из реальных пацанов. Это вот это. Вот это. Это мама Стифлера. Уже. Давай разденемся, я думал, он говорит. Балдёж. Молодец. Есть кто дома старше? Что случилось? Алло, я чё за хуйня? Ты чё там нахимичил? Пиздец, жопа чешется. Короче, я тебе товар обратно верну, чтоб бабки поставил. Вы отец, да? Да. Здесь никого подозрительных не видели? Нет. Слышь, малой, а ты с кем был только что на улице? Не знаю, добрый даденька, шоколадку дал. Влад был прав. А, блядь! Аббас, друзья! Аббас! Да что ли все, я макаться буду? Я вас... Вот он, Дагань. Я тебя найду. Я тебя поймаю.
Ой. Что за срач, а, эти хаты наркоманские. Блин. Шабили, похоже. Что, там не осталось ничего? Слышишь, Токио? Ты, походу, в этом районе педофил нарисовался. В смысле? Помнишь этого мужика в желтой куртке? Ну. Вот он, походу, педофил. Кто закладчик-то педофил? Чувствую, он был. Ты мою чуйку не знаешь, что ли? Помним чуйку, да. Шука, шука. Шука, два пылесоса. Шука, шука. Тут все водку любят в этом сериале. Опа. Че там? Да я думаю, не только в сериале. Ну вот и все. Че, комменты открыты. По-любому вернулся. Вообще надо с улицы пасти их. На улицу попалим. Завязывай, дай сюда. На, че ты? Все в карман. И руки ему здесь западло. НЗТ какие-то. Вау, мимо вертикал, мимо вертикал, вау. Ты ее пана, как будто третикал, вау. Я танцую на ваших костях, крип, вау. Капы, капы, капы на мясо с фейс, вау. Вот. Да, это я, жертва, это день. Еще раз. Кто ты, воин, блядь? Кто? Ты еще, блядь, кто такой? Почему? Ну я не понимаю, вот... Ну, то он вот так, прошлой типа, серии просто заметили он одно, это. Он, да, он одной рукой держит, типа, локоть, а другая у него спущена, ну, типа, вниз. Вот он, да. А как он сигу, ну, типа, получается, футболка поднимается у него, когда он сигу затягивает? Получается, да. Но мы в прошлой серии шутили, только та, которая не вышла, что там у него сиамский близнец, и он курит. Да. Ну, это, ладно, можно было и не говорить, на самом деле. Да сколько сидим тут, а? Поехали лучше похаваем. Не вернутся они по-любому. Братан, ты же наркоманы. Они по-любому вернутся своим кайфом. Давай. Ну-ка, пойдем в Токио. Пойдем, да? В какую сторону он пошел? Вот здесь тебя тянешь. Я тебе сколько раз говорю, с незнакомыми людьми не разговаривай вообще. Здорово, братан. Слышь, малой, ты первый раз до этого мужика видел? Да, до этого тоже видел. Короче, понял, да, Токио? Ловить надо эту мразь. Чем быстрее, тем лучше. Пойдем быстрее. Тут маньяк какой-нибудь попадет. Вот, слушай меня. Сколько раз тебе можно говорить? Иди. Как можно? Вот это что? Да. Да ну нафиг. О, вот он, блин, тварюга. Амбал! Амбал, амбал. Ты чё, мразь? Вспоминай. Куда положил? В этот пылесос. Нет, не в этот. Вот здесь. Блядь, нету. Опа. Салам алейкум, джигиттер. Мужики. Сильно, да, жопа чешется? Че, может, почесать? А? Ой, блин. Мальчик! 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 Мужчина! Да слезь ты с мужиками!
Ебаный в рот. Амбал. Бешеный. Да, Амбал, нахрена ты его так нам удохнул? Да ты ему вторую жизнь подарил, бля. Проверь пульс, он вообще живой, нет? Да эти мрази живучие, бля. Братан, он по-любому затерпит. На тебя СБшники уголовку заведут за тяжкие телесные. Ну давай тогда кончим его и закопаем. Есть другая мысль, братан. Прости, Джан. Присягнись. Чего? Присягнись, говорю. Он на Жошу похож, когда так делает. Чё, превышаем полномочия? Рассказывайте, как все было. Чё рассказывать? Мы, в общем, увидели этого педофила. Ну и задержали, значит, этого педофила. Посадили в машину, значит, этого педофила. Коллега, можно как-то деликатнее? У Соболева видос. Да, да, да. В общем, вот мы когда посадили в машину этого педике, ну и дальше, как я расскажу. Да, в общем, мы направились в сторону участка, и задержанный ни с того ни с сего начал набрасываться, душить. Я не справился с управлением. Попали в аварию. Ясно. Кому вы нахуй лечите? Вот. На вас ни одной царапины. Он все побои снял. Я вас нахуй закрою. Зовите шефа своего. Свободный. Окей. Валика баскаломки. Салам попала. Папа на салам. Пошел. Не, ясно. Я на самом деле думал вначале, что это какие-то скетчи, типа скетчами будет, а сейчас уже более цельная какая-то картина начала вырисовываться. Да, эта серия получше, на самом деле, чем вторая. Да, да, да. То, что этот эффект жопы чешется, вот это забавно. И все ходят такие, ой. Ну, это все равно не лучше, чем в реальной жизни, когда челики в ФК встают. Ну, типа, вот этот связь ловят, когда вот так вот. А, вот так вот? Засыпают, да, вот так вот. И стоят. Не знаю, на камере видно было, нет? Ну, я продемонстрировал чуть-чуть. Я тоже чуть продемонстрировал, наверное. Ну, где-то было видно. Никогда ничего подобного не делайте, ребят. Вот, собственно, пишите комментарии, подписывайтесь на ТГ, на YouTube, пока YouTube работает, в принципе, не знаю, опять разговоры всякие есть, но все равно пока работает, пока выпускаем. Всем спасибо, что смотрели, всем хорошего вечера, нам спокойной ночи, вам хорошего дня. Вам хорошего утра. Спасибо. Всем пока. Пока.